Афиша театра Вахтангова на сентябрь совмещает спектакли хиты прошлых сезонов «Евгений Онегин», «Дядя Ваня» и эксперименты молодых выпускников Щукинского училища. В прошлом году «Щукины дети» поставили «Птиц», ну а «Старая гвардия» продолжает блистать в эпопее «Пристань», про которую единогласно и критики, и зрители утверждают, что не посмотреть на нее просто нельзя. Смотрим. Радость встречи и предвкушение новой работы. После успеха хореографической композиции «Анна Каренина» режиссер театра Анжелика Холина ставит пластический спектакль «Отелло». Кроме этого, в планах театра «Женитьба Гоголя» и «Пелиас и Мелизанда» по пьесе Метерлинка. Ну а сам художественный руководитель Рима Стуминос готовит спектакль «Улыбнись нам, Господи». У каждого сезона есть свое лицо. И каждый спектакль – это не повторение успеха предыдущего, не закрепление, а это некое художественное решение. И никогда еще театр Вахтангова не начинал сезон, во-первых, спектаклем для детей, а во-вторых, в исполнении студентов. Так, самое что ни на есть, классическая постановка «Кот в сапогах» стала экспериментом. Это уже второй кот в репертуаре театра. Первого ставили в 1974 году. И играл кота постановщик новой версии Владимир Иванов. Я играл тогда там кота, я играл 20 лет. Вот. И он настолько жил во мне, и когда зашел разговор о том, что нужно, наконец, в репертуаре Вахтангского театра иметь детский спектакль, в размышлении, что же ставить, остановились на «Коте в сапогах». Итак, «Сказочный кот в сапогах» на сцене театра Вахтангова 15 сентября. Начало спектакля в 12:00. Цена билетов от 250 до 450 рублей.